шпинат земляничный. Вот у него как землянички семена. Совершенно безвкусные, зато красивые. Бобы. 10 штук из одной упаковки. Картошка салблю, посаженная недели две назад, найденная в холодильнике проросшей. Белый лен для отпугивания колорадского жука. И фитофторозная картошка. А вот и котенок, приведенный кошкой для ознакомления. Ну-ка, ты куда пришел, наглый кот? Чуфа. Сейчас еще посмотрим. Убежал. Хулиган. Лебеда красная. Нима Сантацанов. Скорпионер. Он двулетник. Первый год. Растет как кукуруза, мощный. Сельдерей яблочный. Надо прореживать. Самосев у нас Турция. И укроп. Морковка серии полярная клюква. То бишь маленькая. Вот такой вот. Вот такой вот конфигурации. А дальше морковка обыкновенная. Сейчас вырвем. Вот такая, для сравнения с полярной клюквой. Горчица зацвела. Пажитник. Неизвестно, зачем и с чем его едят. Мангольд, который все еще едят. И овес из сортосмеси «Здоровка». Горох, почему-то не захотевший всходить. Сорт не помню. Морковочка по краю. Белая сахарная. Экзотик. Кабачки с рынка рассада. Вот кабачки уже завязываются. Сорты уже снимали. Мама купила рассады, посадила вместо того, чтобы вырастить. Кукурузу я сажала из семян. Ой, она уже зацветает, такая малявка, еще метра нет. Самосевный укроп с чесноком. Вот кукуруза борется с чесноком. Наверное, поливали меньше. Чеснок уже можно копать.